Попрошу седую даму помочь мне с домашним заданием. Успехи в учебе. Можете пройти, мистер Поттер. Отличный денек для учебы. На поиски приключений? Ты мне скажешь, где этот тайный ход? Ты разве не должен... О, точно! Что там Флитвик говорил? Забыла! Опять все забыла! Инсендиум! Ведите себя тихо! Вы? За вашим портретом есть тайный проход? Тебе-то что, мальчик? Ты не из Слизерина и не сможешь пройти. Если, конечно, не знаешь пароля. Нет, не знаю. Я так и думала. Попробуй спросить кого-нибудь из учеников Слизерина. Они тебе подскажут. Вали к своим грязнокровкам. Поттер, тебе повезло, что ты не воскрес. А как же? Вот, смотрите, что она там читает. Дашь списать конспект по истории магии? Нет. Извини, это у тебя успехи заклинательных наук? Можно посмотреть кое-что? Ну да, конечно же. Да, это очевидно. Да, совершенно очевидно. Теперь нам осталось только написать сочинение. Могли бы и сами написать сочинение для разнообразия. И следовательно, а также и в заключение. Привет. Так, давайте отнесем сочинение профессору Флитвику. Поттер, новое взыскание? Я могу засунуть в рот 15 шоколадных лягушек сразу, а ты? Гарри, я тебе верю. Если нужно попрактиковаться с заклинаниями, обратись к профессору Флитвику. Можно потом? Гарри, Амбридж тебя не сломает. Ура! Какие еще нужны ингредиенты? Я за!
Пойдем, скоро урок. Эх, помолодей. Успехи в учебе. Любопытство – непременное свойство нормального человека. Новый день знаний. Я думала, седая дама... Профессор Флитвик, мы выполнили домашнее задание. О, прекрасно, мисс Грейнджер, прекрасно. О, превосходно. Я у вас не сомневался. Вздор и чепуха. Как вы знаете, учебная программа этого года очень важна. Вам придется заниматься еще старательнее, чем прежде, чтобы хорошо сдать экзамены. Итак, мистер Поттер, начнем. Я буду называть заклятия, а вы их выполнять. Посмотрим, сколько вы успеете за отведенное время. Начинаем. Вингардиум левиоса. Вингардиум левиоса. Вингардиум левиоса. Вингардиум левиоса. Редукто. Редукто. Репаро. 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 Акцио. 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 Депульсо. Депульсо. Акцио. Акцио. Инсендио. 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 Редукто. Редукто. Репаро. Репаро. Вингардиум левиоса. Репаро. 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 Вингардиум левиоса. Вингардиум левиоса. Время вышло. Учитесь прилежней, мистер Поттер. Ваша оценка — тролль. Новый день знаний. Давайте спросим про тайный ход у портретов. Отличный денек для учебы. Успехи в учебе. Можете пройти, мистер Поттер. Привет. Драконье яйцо. Мистер Поттер, я буду следить за вашими успехами. М-м-м.
На поиски приключений? Давайте спросим про тайный ход у портретов. Давайте спросим про тайный ход у портрет. Вот так так. Давайте посмотрим список отряда и выясним, кого еще. Мне это нравится. Я пройду мимо кого угодно. Ой! На поиски приключений? У нас зельеварение. Мы опоздаем. Нет, если пройдем по тайному коридору у входа в подвал, то успеем вовремя. Ты знаешь пароль? Конечно. Никто, кроме слизеринцев, его не знает. Ай! Кто это тут шныряет? А ты хорошо помнишь пароль? Конечно. Главное, чтобы никто не подслушал, когда мы туда пойдем. Осторожней! Эй! Проклятые дети! Вот и мы. Пароль? Слизеринцы лучше всех. Проходите, слизеринцы. Затайте этим грязнокровкам. Слизеринцы лучше всех? Вот еще. Теперь я знаю ваш пароль. Ой!
Ой. Вот если бы мантия была побольше. Инсендио! Ученики и ученики. Вздор и чепуха. На поиски приключений? Ты мне скажешь, где этот тайный ход? Ты разве не должна повторять заклинание? О, точно! Что там Флитвик говорил? Забыла! Опять все забыла! Ты мне скажешь, где этот тайный ход? Ты разве не должна повторять заклинание? О, точно! Что... Слизеринцы лучше всех. Что? Ха, не настолько вы лучше всех, в конце концов. Опять вы? Слизеринцы лучше всех. Это вряд ли. Я не впустила бы тебя, Поттер. Но я должна. Дети должны быть на виду. Раз. И молчать. Два. Нам нужно сообщить о собраниях остальным членам отряда. Их список на доске объявлений. Поттер, после ваших нелепых потуг на уроке зельеварения, вам придется написать сочинение о свойствах лунного камня не менее чем на 12 дюймах пергамента. Но у меня и без того много домашних заданий. Поттер, сочинение должно быть написано хотя бы на удовлетворительно. Только этого мне не хватало. Вот зараза. Я знаю, какая книга тебе нужна. Пойдем в библиотеку, покажу. Пойдем поболтаем с теми портретами. Да, там весело. Все время только один. Прям как Гарри Поттер. Репаро! Думаешь, Поттеру удастся выкрутиться? А ведь по нему Азкабан плачет, ведь так? Вингардиум Левиоса! Список учеников. Сейчас посмотрим. Пойдем в библиотеку.
Я уже много лет бдительно охраняю этот проход. И мимо меня еще никто не прошел. Пароли, понимаешь ли, никто не знает. Ну, если никто не знает пароля, то и пройти никто не сможет. Значит, вы не можете как следует делать свою работу. Если хотите, можете сказать мне пароль. А ведь это не лишено здравого смысла. Да-да, но я не могу сказать тебе пароль, пока здесь так много посторонних. Тебе придется как-нибудь от них избавиться. Почему в Хогвартсе столько грязнокровок? Правильно, Салазар Слизерин не хотел их принимать в школу. Думаешь, он чокнулся, потому что... Ой, боюсь, это же сам крутой Поттер. Думаешь, он чокнулся, потому что дружит с грязнокровками? Укажи на них волшебной палочкой. Если они хотят улучшить образование, для начала должны расформировать факультет Гриффиндора. Бесполезные твари. Хорошо, что наш куратор профессор Снег. Терпеть не могу эту старую самогонку. Ой, боюсь, это же сам крутой... Пошел ты! Вингардиум Левиоса! Пойдем по балкону с теми портретами. Да, там весело. Это правда то, что о тебе писали в ежедневном пророке? Нет. Ну и как это? Быть психом? Да-да. Почему в Хогвартсе столько грязнокровок? Правильно, Салазар Слизерин не хотел их принимать в школу. Акция! Теперь вы скажете мне пароль? Нет, не скажу. Репар! Редуко! Такого в магловской библиотеке не увидишь! Правда, Гарри, побереги книжки. Теперь скажете? Нет. Вингардиум Левиоса! Если они хотят улучшить образование, для начала должны расформировать факультет Гриффиндора. Бесполезные твари. Хорошо, что наш куратор профессор Снег. Терпеть не могу эту старую крысу МакГонагал. Я пожалуюсь отцу! Я все расскажу профессору Снегу. Все, больше никого нет. Скажите мне пароль, пока они не вернулись. Ну, ладно. Воло футурус унус. Воло что? Я хочу остаться один. Воло футурус унус. Проходи, друг. Тебе что, теперь все время мерещится тот? Я и не мечтала попасть в Хогвартс. Так рада, что я здесь.
той комнате, что мы нашли, появилось очень много нового. Ты не сидел без дела, Гарри? Поттер, вонючка. И тебе привет. Давайте спросим про тайный ход у портретов.